Меня зовут Юрий Семенович. Это сейчас. А раньше был, естественно, Юрой. И уж как только не измывались над моим именем. В общем-то, нормальным именем. Ну, Юрок, Юрец-огурец, Юрдос-паровоз. Художник-карикатурист Юрий Воскобойников, который написал эти строки, был очень известен в Самаре. Он родился в военном Куйбышеве в 1941 году. С ранних лет увлекся рисованием, что и предопределило его дальнейшую судьбу. Сначала Юрий устроился на телевидении, затем работал в печатных изданиях. Его рисунки печатали как местные газеты «Волжская коммуна», «Волжский комсомолец» и «Горчишник», так и всесоюзные издания, к примеру, журналы «Крокодил» и «Смена». А карикатуры «Черта бедности» и «Горькая правда» стали классикой. Юра тянулся к такому настоящему, то есть кич, ну, разные ремесленники есть, рисуют, и всякие карикатуры я видел, не очень такие серьезные, а у него с интеллектом все. У Юры всегда с интеллектом было хорошо, чутье было природное. Юрий Воскобойников занимался оформлением книг. Одна из них «Все хорошо, прекрасная маркиза» была выпущена в 2002 году. Мне кажется, что Юра среди всех вот нас был, ну, наиболее таким интеллигентным, вот какого-то такого, ну, простите, может быть, за высокое сравнение, но лихачевского типа. Вот он был абсолютно вот молчалив, совершенно грустен, с абсолютно печальными глазами, мало говорил. Но то, что он говорил, писал и рисовал, это было абсолютное горькое чутье, горькое понимание времени. На вечер памяти Юрия Воскобойникова, который проходил в доме журналиста, собрались его друзья и близкие. Я помню, к 1 мая Юра нарисовал красивый плакат. Весенний, вишенки, ну, это, вишневая веточка, цветочки, все такое прочее. А меня, как самого молодого, назначили дежурить, поскольку мы же тогда, ну, выходили поздним вечером. Мы подписали этот номер в 7 утра 1 мая. И как там ругался Владимир Михайлович, который тогда был. Он у меня до сих пор как живой стоит перед глазами. Вот его интонации, его движение, его критика. То есть это такой яркий человек оставляет после себя вот такие вот яркие, чувственные очень воспоминания. Изюминкой вечера памяти художника стала викторина, задача которой была отгадать, кто изображен на известных карикатурах Юрия Воскобойникова. Августина Охременко, Сергей Баскин, «События».